Признанный иностранным агентом музыкант просит прощения и очень хочет вернуться в нашу страну. А ты в России? Да, какие русские песни? А кого-то уже проняло по полной. Рэпер Моргенштерн после дегустации Америки. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей с душой. Не нужен ты нам здесь. Поздно, Алишерка, поздно! Алишерчик, хороший мой, твои любимые соленые опята и, конечно же, дальневосточная рыбка. Посмотришь? Желаешь подачу на гриле или приготовить для тебя уху? Алишерка, не ешь меня! Что, блядь? Да, это я, золотая рыбка. Я исполню любое твое желание, Алишерка. Константин, что ты мне налил, нахуй? Да ты заебал, но я реально золотая рыбка. Смотри, как умею. Опа, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Опа, ла-та. Не трожь, блядь. Братан, ну я реально могу исполнить желание. Просто скажи, что хочешь, заебал. Желание, знаешь? Ну, блядь, давай. Честно, домой хочу. Соскучился. Домой? В Россию? Ага. Ух, ладно, исполню твое желание. Но есть одно но. Тебе надо начать все заново. Нет, тогда нахуй не надо, спасибо. Что, блядь, за спасибо? Поздно, Алишерка! Поздно!